Cancerul colorectal este o afecțiune care apare odată cu formarea unor celule maligne la nivelul mucoasei colorectale. De cele mai multe ori se dezvoltă din polipi, formațiuni necanceroase care se pot dezvolta în peretele intern al colonului sau rectului odată cu înaintarea în vârstă. Periculos este faptul că acest tip de cancer poate să nu se manifeste până la stadiu avansat. Cum să facem prevenție în această situație, dar și care sunt semnele care ar trebui să ne ducă urgent la doctor? Aflăm din reportajul ce urmează. Применение комбинированных методов лечения широко используется в настоящее время для лечения рака толстого кишечника. Это применение хирургического компонента и химиотерапии, либо таргентной терапии, либо иммунотерапии, либо все эти методы друг за другом, либо вместе. Тактика в целом для каждой ситуации, для каждого пациента определяется на мультидисциплинарном консилиуме. Такие пациенты, как правило, требуют обязательного участия целой группы специалистов. Для того, чтобы мы могли подойти к той, при распространенном раке к тому состоянию, когда операция будет наиболее радикальной и безопасной для пациента. Ключевой момент – это тщательное планирование до, с использованием, опять-таки, современных методов диагностики. Если мы говорим о колоректальном раке, то методы, которые применяются в диагностике радиологическом, радиологические методы, это в первую очередь компьютерная томография, онкобаланс. Когда мы исследуем все внутренние органы от нижней части головы и до верхней трети бедра, позволяют видеть васкуляризацию всех органов, внутреннюю структуру органов и особенно колоректальная зона, рак прямой кишки и рак толстого кишечника, где мы оцениваем глубину инвазии стенок. Выходит ли опухоль за стенку прямой кишки или за стенку толстой кишки? Вовлечены ли в опухолевый процесс соседние органы? Запущенные стадии рака прямой кишки или толстой кишки требуют совершенно других подходов. Опухоль уже врастает в соседние органы и структуры, поэтому часто приходится прибегать к комбинированным вмешательствам с удалением нескольких органов. Это намного сложнее, чем в ранних случаях. Современное лапароскопическое оборудование позволяет успешно оперировать и запущенные случаи. Например, мы можем одновременно удалить метастаз печени и первичную опухоль, таким образом провести радикальное вмешательство за одну операцию с минимальной травмой брюшной стенки за один раз. Клиническая современная онкология за последние 20-25 лет прошла огромный путь. Современного клинического онколога, химиотерапевта не страшат метастатические пациенты, потому что у нас есть что предложить таким пациентам, а также иметь очень хорошие перспективы для данных пациентов, для их, если не излечения, то для длительной комфортной жизни. Discutăm în continuare despre cancerul colorectal și despre metodele de tratament când acesta atinge stadii deja avansate cu domnul Maxim Silvestrov, chirurg-oncolog. Domn doctor, bine ați venit la noi! Cât de des se întâlnește cancerul colorectal printre tineri? К счастью, встречается не часто. В основном это заболевание пациентов старше 60 лет. Но, к сожалению, в последние десятилетия есть тенденция к тому, что он может встречаться у пациентов в возрасте младше 30 лет. И количество этих пациентов с течением времени растет. Care este specificul intervențiilor în cancerul colorectal avansat cu și fără metastaze? Și care ar fi органу де базы цинты о метастазе лоренканчеру колоректал? Если говорить о таргетных органах или органах, которые наиболее часто поражаются метастазами, опять-таки они довольно специфичны для каждого отдела кишечника, но в основном это три зоны. Это легкие, это печень и это брюшина, да, внутренняя оболочка живота. Естественно, тактика лечения в каждой из этих ситуаций будет абсолютно разной. Кроме того, хирургия при наличии метастатической болезни, к сожалению, не может быть единственным методом лечения, как это может быть при ранних стадиях колоректального рака. Dar nu toate
cancerele se operează. Cum decideți când operați și când nu operați cancerul? Și dacă puteți opera în stadii destul de avansate cancer? Безусловно, и операции в поздних стадиях также возможны, и не повторюсь, является хирургический метод, как был, так и остается ведущим в лечении этой группы заболеваний. Операции эти возможны, если за хирургический прием в один этап или в несколько этапов существует возможность полного удаления видимой опухоли. Если эта возможность в силу тех или иных причин, например, распространенности, большого количества очагов, технически невозможно или сопряжено с тем, что несовместимо с возможностями организма, в этих ситуациях хирургия не поможет, и она не применяется. В этом случае пациент выиграет больше от системного лечения. Но там, где удается перевести его состояние в такое, где может быть полностью удалена вся видимая опухоль, то вполне это дает шанс, вполне обоснованный шанс даже на выздоровление пациентов этой тяжелой группы. Bine, dacă tot vorbim despre cancerul avansat și stadiile avansate de cancer colorectal și dacă vorbim despre faptul că ei pot fi operați, dar operațiile laparoscopice minime invazive în cancerul colorectal avansat tot sunt posibile? В принципе, мировая тенденция онкологии – это стремление к тому, чтобы как можно большую часть органа здоровья сохранять, так и уменьшать хирургическую травму. Поэтому распространенность не является лимитом для лапароскопической хирургии. Лимитом является опыт хирурга. И здесь очень важно для того, чтобы клиника, которая занимается этой проблемой, имела достаточный опыт выполнения подобного рода операций. Знать, как их проводить, знать, как ухаживать за пациентами в послеоперационном периоде, знать, как планировать эти операции, опять-таки иметь команду хороших рентгенологов и так далее, для того, чтобы мы могли, не входя в живот, уже тщательно спланировать вмешательство и минимизировать риск каких-то сюрпризов, которые могут происходить во время операции. Dar volumul care urmează să fie efectuat, îl decideți preoperator sau acest volum poate fi schimbat și în timpul intervenției chirurgicale? Когда тактика меняется во время операции, не является лучшим. Вот, к сожалению, такие случаи встречаются, но их надо стремиться, чтобы их количество стремилось к нулю. Почему? Потому что, имея современные возможности визуализации, да, КТ, МРТ, ангиографию и возможность планировать тщательно вмешательство до разреза, у нас сейчас достаточно широкие. И если мы тщательно планируем операцию, мы таким образом знаем, где у нас будет ждать какой-то трудный этап и быть готовыми к нему. Таким образом, количество так называемых эксплуаративных вмешательств на посмотреть должно стремиться к нулю. Теоретически это невозможно, все равно где-то остается этот процент, но он должен быть минимизирован. Când vorbim despre cancerul colorectal avansat, deci, desigur că există situații când în timpul operației, nu numai în timpul operației, chiar când planificăm intervenția și este nevoie de a exterioriza intestinul. Deci, cât de mult influențează calitatea vieții acestor pacienți, așa numită stomă, colostomă, ea poate fi temporară, poate fi pe viață? Что такое стома? Стома есть процесс отведения кишки на переднюю брюшную стенку с целью создания возможности нормального пищеварения с прохождением его практически по полному желудочно-кишечному тракту. Стомы могут быть временные, да, которые направлены на то, чтобы дать зажить какому-то участку кишки, и могут быть постоянными. К постоянным стомам приходится прибегать, когда опухоли расположены очень низко в прямой кишке, и нет возможности для безопасного сохранения органа и сфинктерного аппарата. Самое важное, это довольно сложное устройство. Если пытаться имитировать его работу, то качество жизни пациента с плохо работающим, извините, анальным аппаратом и нормально выведенной стомой будет в пользу пациента стомированного. Потому что
не стоит бояться и не стоит экстраполировать ситуацию, как часто это бывает, что кого-то из соседей там вывели кишку на переднюю стенку, он умер и так далее. У каждого своя ситуация. В любом случае, если есть возможность сохранить естественную, хирурги будут стремиться. Если это сопряжено с риском рецидива или с риском несостоятельной работы этого аппарата, то выведение стомы будет преимуществом для пациента. Вот что хотелось бы. А о временных стомах – это временное неудобство, которое вас избавит там, через какое-то время в безопасном периоде для вас. То есть часто стома, например, в случае оказания скорой помощи, является временным отступлением во имя спасения жизни, а не является каким-то конечным результатом. Поэтому нужно эти вещи откровенно обсуждать со своим врачом, откровенно задавать те вопросы, которые вас беспокоят. Даже если у вас есть какие-то предрассудки, предрасположения, прямую задавать вопрос своему врачу. Зачем, почему, как и так далее. Я не думаю, что кто-то будет скрывать эту информацию и всегда будут готовы вам объяснить и дать понять, что не все так страшно, как кажется. Да, котит маймулт к ультиму тимпу. Антратета де мулта и волуат. Тати суплементили не чесари метрум грижири, а стомилор к дупову периоду скурты де тимп пына се адаптяз пьеля, пына се адаптяз организму. Мои сунт карева инконвенция. Дупа кари паченту практик. Не штиинт кари стому, ну поти спуй келы и стомизат. Cancerul colorectal poate fi vindecat dacă este depistat precoce. Screeningul reprezintă cea mai bună prevenție, iar colonoscopia după vârsta de 50 de ani ar trebui să fie obligatorie. În cazurile în care ai în familie rude cunoscute care au avut cancer colorectal sau polip adenomatoș, poți începe testele de screening chiar mai devreme de 50 de ani.